Молочно-товарная ферма в селе Подстёпное начала свою работу 10 лет назад. Фермер Канат Дакешев открыл свой бизнес в сфере животноводства, взяв кредит по государственной программе «Дорожная карта занятости 2020». Затем предприниматель стал сотрудничать с Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства. Здесь выдают льготные кредиты по программе «Сыбага». В прошлом году взяли 30 голов племенных сементалов. В этом году завезли с России 60 голов. И так потихоньку расширяемся. Через фонд финансовой поддержки взяли в программе «Сыбага» 58 миллионов. И на эти деньги закупили этих тел. Молочно-товарная ферма ежесуточно производит порядка 400 литров молока. Фермер говорит, что спрос на продукцию превышает предложение. Фермеры отмечают, что симментальская порода прекрасно подходит по климатическим условиям к нашему региону. В день одна корова может приносить до 12 литров молока. В Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства отметили, что они тесно работают с местными исполнительными органами и палатой предпринимателей. В текущем году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства по программе «Сыбага» выделено 2 миллиарда тенге на приобретение более 3000 голов крупного рогатого скота. На сегодняшний день фондом рассмотрено уже 20 заявок местных сельхозпроизводителей на общую сумму более миллиарда тенге на приобретение более 1000 голов импортного племенного маточного поголовья крупного рогатого скота по программе «Сыбага». Благодаря государственной поддержке сейчас в хозяйстве насчитывается порядка 500 голов крупнорогатого скота, овец, лошадей и даже верблюдов. Цель льготного кредитования фермеров – обеспечить продовольственную безопасность и снизить зависимость от импорта. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.